Три смертельных ДТП произошло в регионе за прошедшие сутки. В результате аварии в Кумтаркалинском районе погиб 53-летний мужчина. Вечером 16 июня, управляя автомобилем ВАЗ-2107, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Вольво». А в Ногайском районе местный житель, находясь за рулем Lexus RX-270, не справился с управлением и съехал на обочину встречного движения, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Также в пригороде Махачкалы, управляя автомобилем ВАЗ-2110, 23-летний житель Бабаюртовского района выехал на встречную полосу, где не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. От удара автомобиль разорвало на две части. Водитель госпитализирован, а его пассажир скончался на месте.